Дальше движение. Валеева. Оригинальный обыгрыш. Хорошее движение коньками плюс клюшка. В совокупности это придает эффектности и эффективности в социальных сетях женской хоккейной лиги. И также белых медведиц. Милости просим. Чисто игровой момент. Валеева. Момент. Центр. Хорошая передача на ход партнеру. Закатилась в зону. Берта Валеева. Прокопенко. Валеева рядом с ней. Продолжается борьба за шайбу. Валеева в моменте Чикаго. Все сделал по красоте. Здесь, смотрите, Валеева. Все, ну умница просто. Смотрите, выбила шайбу у одного из опытнейших защитников. Цацаны. Да? И вновь Третьяк. Нужно успокоиться. Идет. Дрожат шайбы китаянки в этом моменте, в котором, казалось бы, только отброситься можно, чтобы спасти положение дел. Потому что очень здорово корпусом закрыть этот эпизод не удалось. Продвигаются дальше. Валеева. Прозорова. Валеева. Делает заброс шайбы в зону. 6 на 4 формат. Зубок бросает низом. Шайба летит. Отыгрывается повтор момента. Дважды удается довести дело до точного попадания в створ. Но переиграть словившую явный кураж Карина Золотарева. Кулешова вместе с Зубок. Удается выиграть бросание. Зубок. Кулешова. Ответ на вершину. Зубок подкатывается, бросает низом вновь Золотарева. Передача, бросок, и где же шайба? Она все-таки... Как здорово все сделала. Сейчас... Да, и Матвеева перестаралась здесь добивать. Буквально туда шайбу затолкала.